Я видел себя 75-летним стариком, держащим пистолет у виска и готовым нажать на курок. Мне эту картинку показал демон, который назывался «Ручки-мучки». Этот демон, его задача была лишать меня возможности зарабатывать деньги и довести меня до самоубийства в глубокой старости из-за того, что я не реализовал то, о чем мечтал, то, чего хотел. Это удивительные картины были, и меня к ним привела Ирина Робинсон, великолепнейший мастер подсознания, целитель. Введя меня в транс, мы обнаружили этого демона, отобрали у него все, что принадлежит мне, что он у меня украл, и, соответственно, вернули ему все те программы, блоки, установки, которые он внедрил в меня, и выпроводили его прочь из моего подсознания. Кроме этого, Ирина отладила мои отношения с отцом. Мой отец на меня имеет большой зуб из-за того, что я живу в России. Я родом с Украины, а он живет там, я в России. И вот он со мной не желает по этой причине общаться из-за известных событий. И когда я звоню матери, разговариваю с ней, мама спрашивает у отца, будешь разговаривать? Сын звонит, Андрей. Он со мной вот так вот. Привет, пока. Вот это весь наш разговор. Так вот, Ирина сделала следующее. Она организовала такую комнату серую. В этой серой комнате сидел я, и напротив меня сидел мой отец. Я высказал своему отцу все, что я о нем думал. Я ему говорил, что он старый дурак, что он кроме телевизора ничего не знает, ничего не видит, ни внуков, ни детей, ни жену. Потом мое сознание перемещалось в моего отца, и, соответственно, мой отец высказывал мне, какой я дурак. И так происходило минут 20, я разговаривал со своим отцом. Я еще не проводил эксперимент, я не знаю, как мой отец на данном этапе относится ко мне, но то, что у меня пропало по отношению к нему, любая агрессия, любая злость, обида, все эти чувства уже в прошлом, это все переработано. Я искренне благодарен Ирине за вот эту сессию, за эту работу, за то, что у меня другие совершенно ощущения сейчас по отношению к отцу. Я принял его таким, какой он есть. И думаю, что в дальнейшем как-то наши отношения улучшатся вообще как бы в реальности, не только в моем сознании и подсознании. Вот такие чудеса сотворила Ирина. Избавила меня от демонов, которые, кстати, вот тот демон, он тянулся, он был со мной с раннего детства, и там вообще такая ситуация. Он в предыдущей жизни, мы еще отследили его. В общем, работа очень серьезная. У кого есть подобные проблемы, обращайтесь к Ирине, она вам обязательно поможет. Меня зовут Андрей, и это мой благодарственный отзыв. От души, Ирина, благодарю. Успехов на пути!